Привет, Виталий. Привет, Артем. Скажи, пожалуйста, вот, как вообще сейчас твоя форма и что произошло за последний там, год-полтора? Форма неплохая, восстановился после первого АМС, который проходил в том году в Чечне. Боролся с Димой Силаевым, травмировался, был отрыв суставной губы. Врачи говорили, что нужно делать операцию. Все удалось сделать с помощью реабилитации и залечить травму. Но, чтобы вы понимали, я боролся с следующим еще МС, с Чефи боролся, тоже с травмой боролся. После того, как боролся с Чефи, я приехал, сделал МРТ и занялся лечением. Все, в принципе, прошло, сейчас ничего не тревожит. Все хорошо. Что касается данной формы, форма неплохая, подскинул вес. До этого я весил 135 килограмм, сейчас ориентировочно 128 килограмм. То есть все эти скачки из-за травмы, я думаю? Да, скачки были из-за травмы, я не мог стартовать, не мог боковым движением давить, только мог тянуть на себя. И именно углом я только и боролся. То есть сейчас будем надеяться, что у тебя все ровно будет идти подготовка, тренировка, все Да. За счет травмы я еще не мог ходить на максимальные веса и не мог развивать себя в силе. То есть я находился на одном уровне, тренировочки такие были более лояльные, и я не мог расти вверх. Спасибо. А что вот сейчас в твоей форме? Какой формы по процентному отношению? Сколько ты? Ну, мне кажется, по моему мнению, была форма и получше, когда у меня вес был повыше. Просто-напросто сейчас перед вылетом буквально там отравился неделю, болел, и я скинул 6 килограмм. То есть я был ориентировочно где-то там 132, на весах недавно стоял даже 125, буквально это было перед вылетом 29 числа. Ну, оценивают сколько процентов? 80? Процентов 90 оценивают свою форму. Отлично. Ну, ты заметил, что твой соперник тоже, то без хорошей формы пришел? Да, слушай, я не думал, что он столько весит, я думал, килограмм 115-120 максимум весит, оказывается, он уже набрал вес и вешает за 130 килограмм. Меня это очень удивило, я вчера его видел в хорошей форме, большие руки, сам большого размера, не стоит парень на месте, молодец. Ну, то есть тебе тяжело будет, я так понимаю? Да, я думаю, что да, я сюда не ехал легко выигрывать, я ехал за борьбой посмотреть свои силы, оценить. Я знаю, что он достойный соперник, смотрел его поединки, поэтому я не такого, что недооцениваю соперника. А что с твоей выносливостью за последнее время? Что ты делал для этого, чтобы лучше? Работал на выносливости еще за счет того, что вес скинул. У меня сейчас выносливости больше намного стало, нежели чем было. На определенные тренировки ты поменял, чтобы лучше? Да, статику больше делал. Статику, удержание за столом, удержание делал. А кто твой в основном спарринг-партнер? Дима Силаев приходит к нам, тренируется в зал, вместе мы с ним тренируемся. И в основном мы с ним спарингуемся за столом. Ну хорошо, тогда желаю тебе удачи. Спасибо. И на связи. Спасибо. Артем.